Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Военная тайна». И у нас в гостях бывший министр обороны Казахстана Кайрулла Досмухаметович Сергеев. Здравствуйте. Я тоже очень рад. Скажите, какова численность армии Казахстана? Мирное время 1 000 000 человек. А в случае войны? 10 000. Скажите, Кайрулла, у меня личный вопрос. У вас синие круги под глазами. Вы, наверное, мало спите. Нет, вчера на боевых учениях 2 часа бинокль держал, без рук. Ясно. Скажите, что является главным врагом для вашей армии? Главный враг казахстанской армии – это 5-разовое питание. Ясно. Скажите, сколько в Казахстане боевых самолетов? Я не могу это сказать, это военная тайна. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Ну, пожалуйста. 100? Меньше. 30? Больше. 50? Больше. 51? Меньше. Ну, не хотите говорить, не надо. А я напоминаю, что у нас в гостях был бывший министр обороны, друзья. Поехали, да?